Ну, тут бочечки есть на всякий случай. Ну, привет, чувак. Сейчас как нападу на тебя. Пока черт, нет. Почему я сплю в этой дыре? А те вообще, он, они, по-моему, даже если они не увидят, мне кажется. Ну что? Будем оценивать. Так. Если нам нужно убить, по-любому тут кипиш будет. Если увидят. Место. Так, надо осмотреть вот за этим. По-моему, у нас есть шанс. А, он опять поставить зашел. По сути, они не должны увидеть его. Да, я упустил свой шанс, по-моему, только что. Ух ты. Так, отбирать его не будем. Так, это не я делал. Этот заходит в домик. Тоже круто. Ну, тут все заскриптовано. Самое главное, что нам не лохануться. А тут вообще наверх ушел. Гляньте-ка. Обалдеть. Хоть приятно. Да уж. Так, отлично. Ну, он... они не должны заметить, потому что они не знают, кто это сделал, как бы. Поэтому я его не стал даже оттаскивать в сторону, потому что мало ли они нас заметят. Чувак, смотри, там, по-моему, твои другана убили. Песок нет? С водой, песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. А вот этого надо было оттащить. Ну, ладно. Далее, вип-персона. Она ушла у нас вон туда. А, стоп, у нас по навыкам есть такая функция. Ляхтуха. Есть такая функция убить двоих, по-моему. Вот. Но это надо прыгнуть сверху. Щелкните F, чтобы убить двух врагов, стоящих выше на уступе. Это выше. Нет, нет, стоп. У нас была вроде такая. Нет, неужели не было? Это на двоих спрыгнуть. А, ну только множественное, если. Это да, это мы помним. Убейте несколько врагов. Это мы знаем. Это тоже можно сделать, но сам главное, чтобы они нас не заметили. А, вот это тоже, кстати. Так, это. Посмотреть обучение. Угу. А пистолет, как там? Пистолет, наверное, правую кнопку мышь. Ну ладно, неважно. Далее. Смотрим по навыкам, что у нас здесь. Тут надо качать, качать, качать. Нет, давайте уже завершим какую-нибудь веточку. Например, вот эту нам здесь чуть-чуть осталось. Здесь перезаряжает штурмовые снайперские винтовки и пулеметы на 25% быстрее. Так, штурмовых у нас есть. Нет, пулеметик у нас. Давайте качнем. Отлично. Так, смотрим. Можно мне сюда идти, как вы думаете? Да, мне можно. Жопа. Точно знаю, приходилось бывать в таких местах. Да, абсолютно так. Может, 80-е тут крутились большие деньги, но сейчас... Вот этот чувак меня интересует. Там тяжеловес ходит. А, была не была. Отлично. Эй, а чё это они меня запалили-то? Ничего себе. Знаешь, что я хочу? Нормальную постель. Итак, что там нажать еще раз на навыки? На всякий случай посмотрю. А, вот. Убить врага из пистолета. А, нет, украдите у врага пистолет, убейте всех противников, находящихся рядом. Посмотрите, обычно вот это качнуть. Ну ладно. Так, а другое где? Где-то здесь. Старое вообще, блин, ну только что же видел. Вот это, наверное. Бейте врага, затем используйте его нож. Сейчас еще раз глянем обучение. Так, а да, нажмите, чтобы бросить. А у каждого нож-то должен быть. А, стоп, еще кое-что. Там что-то еще. Правку к мыши вроде нет. А, когда появится подсказка. Так, вам тяжеловес идет. Поэтому. Мне нравится это. Мне нравятся эти приемы. Так, но этого ничего. Кстати, их можно обыскивать. Ну, бесшумно, не потратив ни одного патрона. Правда, теперь у нас красный карман, красный ножичек есть. С этим. Что будем делать с этим? Сейчас смотрим. Если тут... Вот этот чувак тоже нас не должен палить. О, два тяжеловеса. Черт, я стою дороже, чем мне здесь платят. Мне кажется, он запалит. Нет, я имею в виду, мне кажется, что нам не удастся убить их вдвоем. Если я ножом кину, как вы думаете, разве получится? Да, видите, мне даже, по-моему, подсказки не было. А как вот делать, если, например, несколько подсказок? Ну, то есть, как бы...
Например, у меня же есть функция убить несколько, то есть у меня будет подсказка буковку В нажать, то есть вперед идти, как бы продолжать убивать группами людей, так ведь? А далее из пистолета подсказка вылезет, плюс с ножа подсказка вылезет. Ну, видимо, какая более подходящая, может быть, нам компьютер подскажет. А бегать-то я могу здесь? Да. Ну что, вот тот вот круто стоит, там его можно затащить в пещерку. Ну, точнее, сначала прибить. А, нет, уже ушел. Чего не так? А, ну, в принципе, также можно... Также можно еще со снайперки вообще жахнуть. Да, в принципе. А где... А где другой-то? А, вон он ушел. Там еще далеко, а ну-ка. Да, но они наблюдают, блин, за вот этим. В принципе, не должны запалить. Но не-не-не, не хочу рисковать. Давайте лучше. По-тихому со всеми разберемся. Блин, заметил. Откуда ты знаешь, что это я-то? Откуда узнал, что это я? Ты жалкий предатель! Он одет как мы. Его Хойт прислал. Как они узнали-то? Что за бред, ребят? Крепление-то не зовите только, ребят. Мне проблемки не нужны. Сейчас перезарядимся. Вот гады. Хорош пулемет. Крутая пушка. Перезарядку мою. А, вообще шикарная пушка. И мощная, вроде бы. Ну и может не такой высокий скорость. Вот хороший. Это больше на какой-то пистолет-пулемет похоже. Бывает, что у оружейников сразу получают то, что надо, бывает, они несколько увлекаются. Итак, очень быстрая перезарядка. Отлично. Ты покойник, труп. А, это тоже командор. В желтой шапочке. Ну чё, этот, нет? Или нет? Снова пусто. Ну блин, может, да они специально что-то есть. Заскриптовано. Специально, наверное. Пулеметик тут у них был. Так, надо еще голубой листик взять. Список. Ну что это? Записка? Записка? Записка. Возьми мою. Возьми записку. Ладно, не важно. Так. Куда-то нам туда надо теперь. Ну, блях ты. А тут дельтапланчик-то нет? А, вот трос такой. Ну, это провода. Ну, неужели? Да не, наверняка есть какой-то более быстрый способ спуститься. Ты сам главное не падай, дружочек. А то мне создавать и использовать лишние инъекторы вообще неохота. Ну так. Варана можно было освободить. Ну, блин, это варан. Он такой медленный, относительно, конечно. Мне кажется, он не будет быстро действовать. То есть медведь надежный. Или как в четвертой части слон, там носорог. Слона себе как можно починить. Носорог это все. Носорог это жесткий зверек. Но все равно, слон это было в четвертой части самое крутое. Это мог. Никакой тебе носорог не страшен. Вообще тебе никто не страшен практически. Шикарно, смотри. Сэм, я пришел всего. В храм. Так это убил белые трех листья, парней. Походу. Пусто! Списка у тебя, и помея. Я обещали. Помея. Я. Да. Но я нашел записку. Они встречаются через пару дней. Это важно. Тогда список будет у них. Тут я еще... снова счастлив. Сейчас я должен сделать одну работу для Хойта. Пойдешь со мной за компанию? Да. Вундерба! Встречаемся на плантации. Мне нужно кое с чем разобраться. Так. Сейчас посмотрим, что у нас там по путеводителю. Миссии 29 из 38. Отлично.
Сколько вышек? Раз, два, три, четыре вышки осталось. Когда же нам пушечку-то нашу? Раз, четыре вышки, ну-ка. Не понял, путеводитель. А, радио вышек 14 из 18. Ага, 4 вышки. Ну, немного. А, далеко там перейти? Может, там быстрое перемещение? Да, тут быстрое перемещение. Ну, нафига нам так тратить время? Погнали. Вот так относительно недолго мы... Да, мы недолго относительно. По-моему, минут 10-15 максимум там с ними разбирались. Так, стоп, а это что у нас? Магазинчик тут нет? Не, вроде нет. Только пиво, походу. Коктейль Молотова можно делать. А, так я помню это место. Тут раз начинали, что ли, отсюда. Ну, отлично. Может быть, сейчас задание компании выполним. Как раз рассветет. Рассветет. Рассвет, короче. 105 метров, что ли? На лодке, что ли, доплыть? Не знаю. Мне голубые листики тут посмотреть охота. Но они, скорее всего, в озерах где-то. На море не знаю, если. Ну там острова какие-то. Но я думаю, нас спалят, если мы туда полетим, поплывем. Ну, в смысле, не дадут нам туда доплыть. А чё тут париться? Вон, мы уже приехали. Так, только тут забраться бы как-то надо еще. Ну, попробуем. Мне кажется, мы здесь не заберемся. Да, мы не забрались. Надо было по берегу бежать. Тут лесенка есть. Духаре, ерунди, давай залезай, что-то. Так, что тут у нас? О, это этот чувак. Пираты напали на плантации Хойта и заминировали поля. Нужно обезвредить мины. Ладно. Пираты? Блицкриг! Серьезно? Блин, они все куда-то испаряются. Ладно. Чё? А это спит, что ли? Или дохлый? Здесь был бой. Я. Хойт пошлет своих стоп убрать дела. Класс. Я разрежу мину! Прикрой! Блин, они сейчас сюда... А как они бегут сюда? С какой стати? Откуда вы знаете? Вот лох. Убежал куда-то. Два выхода, блин. Вот этот пипец. Ну, туши. Тушись ты, бляха, муха. Ну, почему он не тушит себя? А почему тебя не тушит-то? Я же горю. Обалдеть, что загорелось? Какого хрена происходит? Что происходит? Да, обалдеть. Все, что ли? Он все обезвредил? Да вы охренели. Тут, смотрите-ка. Как он там вообще выжил? А, нет. Да вы шутите, ребят? Блин, как я пройду-то? Обалдеть. Там все в огне. Что-то они перебрали, по-моему. Ну ладно. А я всех убил, что ли? Ну, ладно, посмотрим. Все сгорело. Все, блин, все поле коноплиное. Вперед! Ладно, что тут? Я уж слышал там наверху. Вот, собственно, рассвет уже. Время против нас! Где? Почему прострел не работает? Ты сдохнешь, один, еще одна! Прикрой! Прикрою сейчас. Раз. Бульк! И все. Лезь и нет башки. На крышу. По этой что ли? No problem. Сейчас мы возьмем лук. Блях, ты муха! А почему? Почему спецстрелы не работают?
Ну, что за стрелами-то? Создание предмета.